Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Huawei Watch 4 Active. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс настроек данных часов. Итак, для этого мы свайпаем вниз и открываем настройки. И теперь мы проходим в раздел «Системы обновления». Здесь мы проходим в самый низ и выбираем «Сброс». И нажимаем «Сброс настроек часов», нажимаем на галочку. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.